Здравствуйте, уважаемые зрители! Я сейчас нахожусь в городе Полоцке на проспекте Франциска Скорины и хочу вам показать скамью дружбы Полоцка и Фридрихсхафена. Она появилась в Полоцке в честь 25-летия партнерских отношений между городами Полоцк и Фридрихсхафен. Партнерские отношения между городами начали свой отчет с 1990 года. Скамья ручной работы, стилизованная под старину, изготовлена коллективом открытого акционерного общества «Технолит Полоцк» при финансовой поддержке немецкой стороны и установлена в районе памятного знака «Полоцк – географический центр Европы». Изготовители уверяют, что скамья единственная в своем роде и аналогов в мире не имеет. Вот давайте я вам ее покажу с разных сторон. Ну что же, уважаемые зрители, будете в древнем городе на Западной Двине, обязательно посмотрите эту скамью дружбы между двумя городами, белорусским Полоцком и немецким Фридрихсхафеном. С уважением!